Захар, ты куда? Я в Крым. Сейчас происходит то, что называется «С корабля на бал». Мы уже в поезде собрались, оделись, и прям там на вокзале нас заберет тачка, которая будет забрасывать на гору. Ребята уже в тамбуре здесь собирают велики. Приветики. Собираемся прямо на вокзале и на гору. Встретил нас бус, погрузились. Мы вышли из машины, чтобы машина бы здесь проехала, потому что здесь какой-то, короче, лютый момент на дороге. Это наша первая заброска в Крыму в этом туре, и на самом деле сейчас такая мысль проскочила, что это самая длинная в жизни заброска, потому что мы сели в Адлере, в поезд, и все это время двигаемся, мы едем, и вот мы забрасываемся на гору, то есть, по сути, сутки одна заброска. Вот такой вот видок с горы здесь. В общем, ребятки уже давным-давно катаются. Вроде как 4 машины, да, 4 машины сегодня забрасывает, 30 человек, вот такой вот тур выходного дня у нас получился. Ну что, трейл дичь. Я его еду первый раз, и в принципе сегодня мы скатились с этой горы, я не знаю, как гора называть. Короче, съехали трейл Пентагон и трейл обратный. Раскатываемся пока, привыкаем к местным вообще рельефам. Я в Крыму катаю первый раз. Вообще был, но катаю первый раз. Напишите в комментах, это дичь или Федя дичь все-таки. Потому что я не знаю, какого Федю, но дичью я бы это назвал. Но ничего нового особо я вам про Крым не расскажу, потому что я уверен, что здесь все вдоль и поперек перекатали больше, чем я намного. А я здесь первый раз катаю именно. Вот. Поэтому просто своими впечатлениями готов поделиться. Нравится. Одним словом. Ну и в целом такой довольно новый опыт. Говорю, кроме Новороссийска, я такого сыпучего никогда не ездил, ничего. У нас таких сыпучих трейлов не бывает в Сочи. И вообще другой грунт, и все по-другому в Сочи. Блин, вокруг наверняка красиво, а мы даже не можем посмотреть. Есть такая ловилка, оп, о, там внизу фазенда чья-то. Да, понятненько. Давайте. В натуре дичь. Вот сейчас было прикольно. На деснах почувствовался адреналин, заставляет насторожиться отсутствие сетки снизу. В уклонах, когда, короче, повороты летит. Че, как впечатление? Пока тяжело. Слушай, ну я могу сказать, что она чуть-чуть жестче, чем Пентагон, наверное. Пентагон можно проехать. Чуть-чуть, да. Ты не проедешь. Да, здесь места, вот говорю, вот эта снежалка, где не хватает внизу ловилочки. Короче, замена ручки в полях будет сейчас. Марина, как у тебя так получилось? Я не могу на сапогах под уклоны проходить. Сейчас с одним тормозом здесь спускала, да, сейчас да. С передним чисто. Да. Фига себе, что-то женщина себе позволяет. Поднялись на трассу Бочка в Балаклаве, и первое, что мы увидели, это вот такой вот видок. Просто охренительный.
ее старт непосредственно этой трассы. Заедем вот в этот вот, я не знаю, что это, какой-то, может быть, окопы? Я не знаю, что это такое. С него заезжаем и дальше поехали уже трейл. Что, вот виды, это все, конечно, красиво, но на них мы будем смотреть уже на видео, потому что, когда ты едешь, особо, ну, не посмотришь по сторонам, естественно. Но красиво, однозначно красиво, конечно, без вопросов. Тут такая видео надо отпустить. Привет. Салам алейкум. Пацаны, салам, сорян, но мы тут немножко карбонару жарим. Знакомые ребята из Сочи. На этой сыпухе немножко колеса утопают и, ну как, не знаю, как в кашу какую-то ныряешь. Такие траверсы любопытные. Кайф! Сделали сегодня пока. Те, кто приехал раньше, они уже сделали 6. Ну, я надеюсь, что мы завтра зато выкатаем все дерьмо из этого Крыма. Да, Марина? Да, конечно. Итак, Trail Fun Day – это какая-то другая сторона горы, где трейл-бочка. Какие-то здесь такие нырки интересные, подбрасывающие. Здесь какое-то... Понятия не имею, что это, но прикольно. Очередные какие-то крымские бункеры. Живые камни такие большие, прям злющие. Ну, снова первый опыт, первый раз едем этот трейл. Едем по приборам в целом. Ну, что можно сказать? Еще раз, сыпуха, камни. Пока ничего нового. Главное не перетормаживать здесь слишком. В общем, пока мне все нравится, я уже почувствовал некоторую раскатанность. Бочка как трейл. Просто норм. Ну, норм. Но виды там, конечно, окупенные. Только ради этого вида этому трейлу стоит существовать. Так интересно. Наблюдать за Илюхой потом. Ой, ой. Прикольно. Это дорога уже какая-то просто или продолжение трейла, не знаю. Главное, чтобы колей не было слишком, а так нормально. Ух, напылили. Пустили фан-дэй. Сейчас солнышко заходит за горизонт, и мы сейчас поедем бочку. Это будет крайний спуск на сегодня. После этого мы поедем в гостишку. Но перед этим у меня челлендж. Мне нужно будет Гошу снять на квадрокоптер одним кадром. Весь его спуск одним пролетом пролететь за ним и все это дело снять.
заканчивается наш день. Я под темноту уже буду сейчас спускаться, но я должен был сделать эти кадры, снять Гоху. Поеду по темноте, по Фандею, но уже второй раз его поеду, поэтому я думаю, выкачу. И там нужно будет к ребятам, а дальше в чебуречку. Кушать чебуреки. Доброе утро. День вчера мы заканчивали в Балаклаве, а сегодняшний начинаем в Ялте. Сегодня катаем Ай-Петри. Какие конкретно трейлы, пока не знаю. Посмотрим, что будет вообще сегодня. Такая маленькая загадка. Трейл «Светлый лес». Но он действительно светлый. Это сегодня первый трейл на Ай-Петри наш. И что я могу сказать? Санечек Выродов сказал, что это самый лайтовый трейл, который можно, в принципе, найти на Ай-Петри. Тут вот шишки, корешки, камешки. Ну и пыль, как обычно. О, прикольный. Чуть-чуть надо подотпустить ребята, а то что-то я не вижу трейла. Ну да, сыпет нормально здесь. Горит уклон будет. А вообще перепад всего 150 метров и как-то подозрительно мало, если честно. Продолжаем прикаточку. Так, так. Так, понятненько. Довольно сильно. Я ничего не вижу. О, как кайфово. Божечки ты мой. Это сон. Так, это сам был ракета. Это у нас Марина. Ой! Фокс отработал, да? Ну ты хорошо хлопнула затылком. Да ладно. Да, все у тебя. Вот трещина раз, все. Вот трещина два. Вот этот щелчок было слышно просто на самом деле. Вот не зря надела свою шубу. Ну-ка покажи спину. То есть я бы прочесалась покажи. Бы, вот да? Ты провала вот здесь, смотри. Вот такая вот у нас Марина защищенная. И не зря. Катаем дальше. Снимать влог и катать одновременно в толпе, которые они заинтересованы тебя ждать, и это нормально, естественно. Довольно сложно, потому что никто тебя не ждет, а потом ты не знаешь, куда ехать. С точки зрения катания, конечно, Крым супер, и теперь мне просто, ну, очевидно, почему так на самом деле сюда все рвутся кататься? Потому что по кайфу, потому что вся инфраструктура есть, забросочки есть. Горы, что интересно, близко к городу. Кайф. Короче, наш трейл, этот 65 сантиметров, он там тоже чуть-чуть хвойный. Нано-Крым такой.
справа. Илюха там чуть заблукал. Да, я замолчал, потому что как бы пошел какой-то такой момент серьезный. Так, теперь впереди Вовчик. Илюха почему-то отказался за ним ехать. Вот сейчас я и проверю, почему, собственно, пока непонятно. Так, смотрим. Угу. Вот это техничненько, вот это мне нравится. Вот это вот вообще стилёк. Угу. Фу, выжили. Что туда? Заднее колесо начинает догонять переднее. Такой вот. Вообще очень техничный трейл, прикольный. У Илюхи пробитие. Сложил обод. Карбоновый обод. До свидули, сказал. Вот, вот он, порван обод. Но у Илюхи пожизненная гарантия на обода, поэтому как бы вот так. Получается, он оттуда вылетаешь, пролетаешь вот эти вот ступени из камней, и где-то вот здесь вот за пеньками приземляешься вот сюда. Вот, вылетаешь, и вот так вот тут где-то сложил его. И ууу! Что это? Это самолет? Да, погоди, тут пацаны едут. О, хардтейл едет, хардтейл. Давай, подвесочку отрабатывай! Мы забросились на плату Айпетри. Илюха поставил камеру вместо бескамерки на раздолбанный обод. Я собрал дрифт-корч, короче, дрифтовать будет. Да. Обычно на гору поднимаешься, ожидание, что будет какой-то пупырек там небольшой, ну и вниз трейл. А здесь целый город. Ну или деревня, вернее сказать. Трейл Ягодка. Я его еду первый раз в жизни. Как, в принципе, и все в Крыму. Хардкор, каменные ступени, корни, уклон, сыпуха. Илья сзади, напоминаю, едет до полураскола там просто карбоновом ободе. На удивление, пока едет даже. Впереди Сашка Выродов, а посередине Захар. Живи, Захар! Ебой! Злобно, как злобно-то, а? Илюха спустился с Ягодки вот на таком вот, а вот колесе. Здесь, там камера. Он камеру туда всадил. Вон оттуда мы спустились на этом колесе. Вон оттуда. Двигаемся где-то по плату. Как трейл называется? Иограф? Трейл Иограф, что бы это ни значило.
высокогорье крымское. 1200 метров над уровнем моря. Холодно очень. По всему плато стелится туман. Замерзли. Почти все время, пока собирались, туман не уходил. И как поехали, он рассеялся. Чем вдоль обрыва вот такого вот двигаемся. И вот такой вот видочек вниз просто. Бах! Фу. Километр типичный. Это что за пи***ц? Спустили географ, и на середине спуска у меня села GoPro, поэтому я возьму кадры у Гошана, он ехал впереди меня и неплохо раздавал там, поэтому смотрите. На самом деле лютый, но я уже почувствовал, что я утомился. На сегодня уже хватит кататься. Где-то в середине трейла я понял, что все, я устал. И как бы в такие моменты как раз таки приходят травмы, если борщить. Техническая секция пошла какая-то. Техничная, вернее. Вот, чуть-чуть скорости поменьше. Контроль побольше, только траверс адская. Вау, очень красиво. Педаль зацепил, рулем зацепил. Неприятно, однако. Увернулись от дерева. Прикольно. У меня Вова как этот, штурман. Я впереди вижу, как он поворачивает. И уже знаю, что будет поворот. Такой насыщенный довольно трейл, длинный, зараза. Мы так поднимались мало. А сброса здесь. И так напетляли. Чтоб будь здоров. Только успевай. Кайф, кайф! Проехали трейл. Каменный Сераус. И я на самом деле охренел. И проснулся. Все, кто не проснулся сегодня утром, проснулся после этого трейла. Кирюха поедет вот на этом комменте. Так, мы забрались и отдыхаем пока. Вот, на такой вот штуке.
Естественно, трейл едем первый раз, как и все в Крыму. Практически ничего не ездим по два раза в этой поездке. Там какие-то единицы трейлов проехали по два раза и все. Включаем. Перелетаем. Оп. GoPro оторвал. Вот, от гимбла. Как видно, да, она еще вибрирует так странно. Гимбл сам. Пойду искать. Довольно высоко поднялся назад. GoPro сам не нашел, но ребята внизу нашли. Рок-н-ролл. Он уже еще где-то видно. Продолжаем лучисто. У меня тормоза как-то себя странно ведут, особенно передний, когда он тут так нужен. В принципе, здесь на сыпухах, на всех катание, оно такое, на контроле должно быть. Короче говоря, тормоза то ли залипли, то ли чё. Какие-то не пластилиновые гайды. Мало приятного, особенно когда первый раз едешь. И иногда надо прям стормознуть. Вау, красотища. Едем. Дальше. По гребешку. Что у нас здесь? Ну, поехали. И вот сюда, да? Все, попали. Попали! Походу у крымчан, короче, легкие с фильтрами какими-то.